Благо, в этом случае речь не идет о поджоге, к которым в ноябрьске уже, пожалуй, начинают привыкать. За последние 5 лет горящие машины, стоящие во дворах жилых домов, стали для города настоящим бедствием. При этом только в нашем городе это приобрело масштабы некой эпидемии. В других муниципалитетах Ямала такого повального увлечения огнем нет. Причем теперь найти преступника – задача практически невыполнимая. За 2 года сотрудники ОМВД Ноябрьска не раскрыли ни одного такого поджога. И этому тоже есть свои объяснения. Как стало известно корреспонденту «Слова нефтяника», таким варварским способом сводят между собой счеты хорошо знакомые люди. И погорелец, прекрасно зная, кто и за что, не только не хочет заявлять о происшествии, но и отказывается сотрудничать со следствием. Зачастую это происходит в среде предпринимателей, этнических диаспор, когда днем решаются вопросы, связанные с бизнесом, или вопрос возврата или невозврата долга.